Всем доброго дня и новогодних чудес. Сегодня я постараюсь устроить взрыв мозга по тайнам статического электричества. Я не буду вам демонстрировать высоковольтные преобразователи и заряжать ими пластины. Подобного дурдома, я думаю, вы уже насмотрелись. Никаких внешних источников. Знаете, что это? Это антистатический браслет, которому более 30 лет. В прошлом, когда я работал на оборонном заводе, будучи разработчиком спецоборудования для военных целей, этот браслет был неотъемлемой частью любого работника, который хоть как-то соприкасался с электронными изделиями. Мало того, эти браслеты имели каждый свой индивидуальный номер и должны были проходить каждые полгода поверку. А сами мы должны были проверять каждый день. Если же у нас браслет не был одет и не подключен к заземлению, естественно, на рабочем месте, то, вероятнее всего, нас могли лишить премии, а то и 13-й зарплаты. Чтобы предотвратить коварство статики, мы изучали его свойства и особенности жизнедеятельности. Принимали различные технические способы, чтобы это некое зло не могло вывести из строя ценную и особо значимую аппаратуру. При испытаниях специально создавали условия для возможных действий. А после, если все-таки удавалось вывести оборудование из строя, делали тщательный анализ в отдельной надежности с помощью приборов и микроскопов, наблюдая очаги поражения. И вот пришло в настоящее время, когда я статическое электричество воспринял не как вечного врага, а самого лучшего и надежного друга. Замерю его сопротивление и то, что мы будем сегодня пользоваться. Я вот на скорую руку собрал такой девайсик. Это у нас индикатор статического электричества. Взял корпус от одного приборчика, точнее половинку. Взял ленту светодиодную, те, которые 12-вольтовые. Одну часть, вторую часть. Естественно, спаял их встречно. Значит, запоминаем. Вот это красное, это плюс у нас будет. Все, что красное, это плюс. Все, что желтое, это минус. На будущее это вам пригодится. И еще запаял последовательно 9 неонок. Ну так, для прикола. 3 на 4 диаметр, 3 на 5 диаметр и 3 на 6 диаметр. Они все соединены последовательно. Это тоже я буду показывать, как и что. Вот. Единственное, что я хочу показать сейчас, в данный момент, на приборчике, это и для показа сегодняшнего, и на будущее, чтобы вы знали, как вас обманывают и как вас дурят мозг вот всякие разные ребятки, которые вам показывают светодиодные ленты или просто светодиоды, подсветку, и рассказывают сказки, что какое там потребление мощное. Вот сейчас, что я вам хочу показать. Я подключил блок питания, и сейчас на этих светодиодах, вот я подсоединил плюс и минус, 1,1 микроампер. Вы думаете, что оно не горит или что? А я сделаю потише. Свет. И смотрите. Видите, они светятся. Мы, кстати, в этом интиме будем дальше потом работать. Видите, всего 1 микроампер. Всего-навсего 1 микроампер. И эта лента светодиодная уже светится. На нее подается где-то около 10 вольт. Вот я увеличиваю. Ну вот где-то
10-11 микроампер. Видите, как уже относительно ярко горит. Повышаем дальше. Вот где-то 100 микроампер. Видите, какая уже яркость. В принципе, уже можно и включать свет. И заметно, что оно достаточно относительно ярко горит. 100 микроампер. Вот, внимательно посмотрите. Вот, стоит предел микроамперов. Обозначение это всего-навсего 100 микроампер. Крутим дальше. А вот сейчас у нас уже 1 миллиампер. Напряжение чуть больше 10 вольт. 1 миллиампер. Что значит 1 миллиампер? Учитывая 10 вольт на этой матрице, мы можем легко посчитать, что это 10 милливатт. Крутим дальше. И вот мы даем на нее 10 миллиампер. Сколько это будет? Это будет 0,1 ватта. Всего-навсего 100 милливатт. Это еще не максимальная мощность. Можно повышать и дальше. Там чуть ли не до 30-40-50 миллиампер. Но это уже не важно. Сам факт. Видите? Вот это 100 милливатт. А вот это, можете почитать, сколько это? При одном микроампере 10 вольтов. Можете? Это 1 миллионная ватта. То есть в 100 тысяч раз меньше от того, что я вам показывал по максимуму. То есть 0,1 ватта. 100 тысяч раз. Представляете, какая разница огромнейшая? И даже когда вам показывают вот такую подсветочку под 1 миллиампер, это всего-навсего 10 милливатт. А вам дурят мозг, что это там полватта, 1 ватт и так далее. Это так, к слову, я вам показал самое главное, что даже при одном микроампере эта лента уже начинает светиться. Вот покажу вам плюс-минус и, как говорит, минус-плюс. То есть вот это у нас минус, это у нас плюс. Три штучки так, три штучки так. Так, теперь я вам покажу, сколько сопротивления вот здесь вот на этом браслете. Оно вам тоже пригодится сегодня. Вот, у нас должно быть около 1 мегома. Это стандарт был. На всех браслетах 1 мегом. То есть внутри стоят два резистора по 510 кОм. И этот браслет я сегодня буду использовать. И еще, что я хотел бы показать с тестером. Некоторые деятели, гуру интернета, которые вам показывают всякие хитрости и взрывные материалы, рассказывают, что наши руки это проводники. Ну, придется как-то немножко с ними поспорить. Вот две пластины металлические. Вот я положил руки. В зависимости от того, ну, как я нажимаю, конечно,
больше, меньше. То есть, если я хорошо прижму, то будет 5-6 мегом. Не сильно, 10 мегом. То есть, сказать, что это проводник, наша кожа. Да, конечно, если проткнуть, если там сильно зажать в руках, так, чтобы аж чувствовалось, что больно, или в рот взять какой-то контакт, то, наверное, сопротивление резко упадет, но мы это делать не будем. Когда мы проводим ладонями по металлу, вот сейчас я просто за острые края берусь, но когда мы делаем вот так, у нас от 5 до 10 мегом в среднем. Ну, естественно, зависит еще от вашей потливости, от влажности воздуха, температуры и так далее. Но в среднем вот сейчас, как я вам показываю, вот примерно столько. Вот 6-7 мегом где-то в среднем. Это мы тоже будем потом осматривать. Вот. А теперь непосредственно, что меня сподвигнуло заняться именно этим выпуском по статическому электричеству именно в этом формате. Дело в том, что Вадим, есть такой ведущий канала «Беседа с Александром Мишиным», поместил за 14 декабря небольшую оду Александра об конденсаторе. Всего-то на 3 минуты. Да? Все же знают, что такое конденсатор. Все, да. А кто может ответить на вопрос, что он конденсирует? Вот эти опыты, которые там ребята берут оргстекло, там вот туда-сюда, вот заряд в зазоре, это где система эксперимента искажает непосредственно те данные, которые получаются. Ну, замените оргстекло на картон. Что, конденсатор не будет? Будет. А потом проверьте, с картонки у вас снимется заряд? Увы, нет. То есть вы оргстекло внесли в систему. Это материал, который поддерживает кольцевые токи. Вы фактически, получается, электростатический конденсатор поставили между электрическим конденсатором. Загнали в него крутящиеся вихерьки, убрали пластинки. Ну, понятное дело, что в нем все сидит. Ну, вот мы взяли картон. Ну, давай даже картон уберем. Оставим кусок воздуха. Интересный посыл. Не, полоскать суждение Мишина я сейчас не буду. Но внизу ролика, в анонсе, Вадим поместил ссылку на некий эксперимент с зарядом статики. Эксперимент под названием «Поляризация диэлектрика». Заряжаем. Каким образом он здесь находится, мы сейчас будем выяснять. Значит, проводим рукой сначала с этой стороны, потом с этой стороны. С этой стороны. Где тут электроны? Их нету. Заряд? На нем есть. Значит, проверим, что за заряд. Ложим. Кладем фольгу с одной стороны. Ты. Кладем фольгу. Ай, вот эту. Какую-нибудь. Ну, не важно. Вот эту. С другой стороны. Опа. Нейтральная. Нейтрально вот это вот. Мы ее просто так вот и с этой обкладочки замкнем здесь и здесь. То есть, по идее, замыкаем его таким вот замыкателем, просто проводом. Вот. То есть, заряд есть. И вот этот эпизод домашнего тормоза, который ведет себя с экспериментом, как аборигены с неких островов, пытающийся найти ум у оппонента, вскрывая черепную коробку, просто переполнила мою чашу терпения. Тем более, что подобных диких псевдоэкспериментаторов, как блох на собаке. Есть даже коронованная блоха известнейшего отмороженного фейкомета Тирски, где он, прямо сознаваясь в полном отсутствии понимания, что он делает, тем не менее втюривал вам, впахивал и дурил голову по статическому электричеству в самом его клоунском виде. Недавно мне сбросили видео, оказывается, обо мне упомянули в крамоле. Это реальный шок. Я всю жизнь изучал радиоэлектронику. Сначала в школе мне физика очень сильно нравилась. Потом в другом высшем заведении. В армии, оказывается, заряд там не находится.
он находится в диэлектрике. Точнее, между обкладками, а не на обкладках. Просто шок. И сразу же снимал видео. У меня аж руки тряслись. Я думаю, блин, не может такого быть. Может? Так и может. И меня... Так. Зарядили. Смотрим. Есть. Эти в опыте не участвовали. А, уже разряд произошел. Видели, да? Видели? Я подтверждаю этот опыт. Виде. Сам Александр Мишин, конечно, мною уважаемый исследователь. Именно он, Валентин Дондорф, Дэн, который Денис Горелочкин. Помните все его генераторы? Сподвигли меня почти 2 года назад серьезно заняться вихревой медициной. Но Мишин еще тот фантазер и очень любит слегка приукрашивать и перевирать события в его домыслах. Хотя по этому поводу я расскажу 2 анекдота. Очень и очень старых. Когда-то еще не было компьютеров, а только ВМ. То есть были электронные вычислительные машины. Так вот, вышла из строя такая ЭВМ. А дело было в Германии. Вызвали технаря. Он ходил полчаса вокруг этих огромных шкафов, а потом подходит к одному и со всей дури бьет ногой по корпусу. И все заработало. Его спрашивают, сколько мы должны? Он говорит, 1000 марок. Тогда ведь еще марки были. Я, кстати, в те времена ездил туда поработать. Тоже в марках рассчитывались. Работники удивляются, как тут. Тут работы же на 50 марок. А он им отвечает, да, ударить стоило 50 марок. А знать, куда ударил, стоит 950. Вот такие анекдоты ходили в те времена. Не было интернета. Как-то сами... Вот я и говорю, знать куда стоит гораздо дороже само действие. Ну и 2 анекдот. Да куча. С тех же времен. Идет делегация, так скажем, по конструкторскому бюро Intel. Видит, сидит какой-то странный конструктор, ноги на столе, задумчиво кофеек потягивает. И так довольно долго. А все остальные вокруг жужжат, как электровеники. Вот и спрашивает сопровождающего, что он тут груши околачивает. О, говорит. Это наш лучший работник. Месяц назад своей идеей он принес корпорации 3 миллиарда баксов. Кстати, именно в этой позе он тогда сидел. Вот так и Александр. Несколько лет назад выстрелил боевым, а теперь можно и холостыми. Или что-то подобное было, когда он более 5 лет назад вовсю проечный двигатель фонтанировал. Так, ребятки, извините... Вот я от вас тут немножко запарил и прелюдию затеял, низкодлинную. Это я вас намеренно ослабляю перед новогодним трэшем. Если вы по-настоящему решили заниматься исследованиями и пытаетесь разобраться в неких процессах, и тем более добиться результата, вам обязательно нужны дополнительные глаза и уши. Когда я делал разбор полетов по магнитным взаимодействиям, я в первую очередь в своих роликах показывал, как и чем можно мерить эти поля. Необычным компасом или чего хуже по ощущениям сведения или разведенных магнитов, а вполне адекватными приборами, датчиками, регистраторами и тому подобное. Это у меня есть на канале. Я же как исследователь стараюсь всегда обеспечить себя разными спецприборами для более глубокого исследования. Вот те фейкометы и просто тормоза, которые вам втирают про статическое электричество, показывают дешевые фокусы с зарядкой десятков тысяч вольт
то ли пластин, то ли диэлектриков, даже не подозревает, что они просто пещерные обезьяны. Случайно ударенные молнией, когда их мозг окончательно спалился, они решили, что если выжили, то значит они познали все. Но до сих пор не знают и не понимают, что проводное электричество, даже очень высокого напряжения, это совсем не то самое, что заряд конденсатора. А заряд конденсатора – это совсем не статическое электричество. И само статическое электричество имеет несколько состояний. Вы вот в курсе, что статичная статика – это совсем не то, что динамичная. Да, при определенных условиях эти разные энергии могут переходить в другие состояния. Так статичную статику можно преобразовать в динамичную или создать условия для заряда некой емкости. Заряд можно преобразовать в электроэнергию, но все эти электроэнергии сами по себе не одно и то же. Но никто вам не говорит, что любая энергия, особенно с электрическим уклоном, но то, что мы традиционно считаем электрическим, оно существует и возникает исключительно от определенных действий в начальном случае движения. Вся суть состоит в движении. Еще по-другому можно характеризовать во взаимодействии. Создали условия движения тока в проводнике. Вот у вас что-то там в свете закрутится, движется. Поток световой энергии через солнечные панели приняли, пожалуйста. Превращаем в электричество. Как только движение замерло, все, энергии в любом проявлении нет. Вот это я вам сегодня и покажу. Как я вам говорил, это у нас датчик. Я его пристрою вот на эту игрушку, которая для мобильника предназначена. Ну и чтобы было повыше, наверное, вот это еще поставлю. Подставочку прозрачную, что-то типа без подвоха. В деле будут участвовать две пластины. Ну, потому что они разные размерами, это ничего страшного. Это будет основная пластина. Мы сюда подключим минус. А вот это будет второстепенная и будет меняться. Она вот, видите, какая решетчатая. Это будет плюс. Ну, мы будем сюда еще другие подключать. И здесь будет куча всяких изоляторов, статических диэлектриков и тому подобное. И вот мы здесь проведем испытания. А я вам покажу на этом индикаторе, как это все работает. Значит, вот у нас свидетель этого действия. Тут я положил трубочки, светодиодики, индикаторы. Чисто так, на всякий случай, что я тут никаких тесловских катушек не подключал. Чтоб не думали, что я тут вас обманываю. На всякий случай. Значит, первое, что мы делаем. Я вот не зря вам говорил. Вот про этот диэлектрик или пластик, который применяется у рекламщиков, у которых я постоянно беру 4 мм. Это вот у меня был один из вариантов экспериментальный. Вот у нас пластина. Кладем диэлектрик. И наверх кладем другую пластину. Делаем типа конденсатора. Ну, а чтобы нам было лучше видно, придется, конечно, сделать интимное состояние. Вот что-то вроде этого. Вот примерно так. И теперь смотрим. Вот это у нас светодиодики, вот это у нас неонки. У меня ничего не заряжено, у меня ничего не развязано. Я просто беру вот одна пластина, вторая пластина, между ними диэлектрик. И я просто-напросто поднимаю и опускаю одну пластину. Пожалуйста. Тоже могу руками касаться. Как видите, да? Стучу, что-то у нас тут моргать начинает. Так, немножко постараюсь затенить индикатор. Могу
могу постучать. Могу покрутить, повертеть. И, как видите, оно там что-то еще что моргает. Вот, а теперь я возьму, подключу. Через неонки. Видите, все неонки горят. Сейчас я подключу только через неонки. 9 неонок, где-то на каждой должно быть около 60 вольт, для того, чтобы их пробило. Ну, то есть 500-600 вольт, где-то должно быть минимум, что, здесь вот, чтобы проскакивало, чтобы все неонки загорелись. Как видите, они горят. Вот поднимаю диэлектрик. Но мы сделаем немножко по-хитрому и поинтереснее. Я сделаю так, что будет включены сразу и неонки, и светодиоды. И как видим, у нас горят и светодиоды, и неонки. Но я включил 3, потому что если все 9 включать сейчас, немножко тут для некоторых вариантов будет не очень хорошо. Смотрите, как светло, как ярко они горят относительно. А что я делаю? Я практически ничего не делаю. Я просто двигаю слегка обкладку импровизированного конденсатора, который никто ничем не заряжал и ничто с ним не делал. Просто раз и все. Как вам такое? А теперь смотрите. Вы запомнили, где здесь плюс, где минус? Вот тут у нас плюс, вот тут у нас минус. Откуда здесь плюсы, откуда здесь минусы? Что им тут делать? Можно так, можно эдак. Откуда же электричество берется? Мы ничего не заряжали. Оно появилось. И вот еще хочу обратить внимание, внимательно посмотрите. Когда я медленно поднимаю, видите, я поднимаю, а оно моргает. То же самое, как я опускаю. Заметно, что оно моргает? Знаете почему? Я вам в прошлом, точнее позапрошлом, рассказывал про микрозрывы. Помните, как в катушках, точнее в торах, потому что, как я говорил, что-то не совсем катушка, это больше конденсатор. Я вам рассказывал, объяснял, как вот тайны статики, как там проходят заряды, разряды. Вот когда возникает напряженность поля, достаточная для пробоя, для микровзрыва, происходит этот микровзрыв. А теперь посмотрите внимательно. Я создаю условия, такие же примерно, как там. Вот я создаю переменные как бы условия. В чем дело-то? Вот эти вот неонки, они пробиваются только при определенном... Вот сейчас в данный момент, где-то здесь 150-170 вольт, как минимум должно пройти, чтобы эти неонки пробились. То есть накопился определенный заряд и наступает пробой. То же самое и со светодиодами. Вся эта цепочка начинает светиться из-за того, что произошел взрыв, микровзрыв. Вот оно и засветилось. И вот когда я вот так вот двигаю, из-за чего это вообще все возникает? Происходит движение. Я провожу движение. Любое движение создает статику. Любое абсолютно. Другое дело, даже между металлами. Но другое дело, что на металле есть возможность преобразоваться в само напряжение и уже стечь куда-то там какую-то нагрузку. Поэтому в металлах мы особо так можем не видеть. Но когда у нас есть статика, точнее диэлектрик,
с хорошей статической проницаемостью или накоплением, вот тогда мы видим вот такой эффект. И вот происходит, когда я двигаю туда-сюда, происходит несколько пробоев. То есть я фактически изменяю статику все время, то есть я ее накапливаю, она достигает определенного уровня, микровзрыв, пробой, естественно, заряд теряется, но пока я двигаю дальше, опять заряд накапливается, опять разряжается. И вот так вот при определенных условиях это можно делать много раз. Вот что-то похожее происходит и в нашей вихревой медицине. Вот мы можем визуально теперь наблюдать, как примерно это происходит. Вот. И в данный момент мы видим на обкладках это все, а там в самой катушке, ну то ли плоской, как вот это, или в торе, этих микровзрывов происходит масса. Там на каждом участке происходит свой микровзрыв. И вот эти микровзрывы, они создают электростатическое поле вокруг этих катушек. Причем оно переменное, поэтому оно дышит 300 тысяч раз в секунду, к примеру. Оно постоянно меняет полярность. И вот это самое основное, что происходит при воздействии на организм. Но это уже другая тема. Это я все к своим баранам обращаюсь. Как видите, вот у нас вот такое дело. Теперь меняем... Сделаем мы такое. Возьму фольгу. Это фольга от шоколадки. То есть с одной стороны у нее бумага, с другой стороны фольга. Видите, даже как-то даже и светлее горят. И вот смотрите, что происходит. Просто так. Ну, конечно, можно подумать, что может я как-то влияю. Нет. Вот. Беру специальными изолированными щипцами и смотрим. Все то же самое. Не зависит, то ли я держу это в руках, вот, прикасаясь. То ли через диэлектрик. Тут тоже диэлектрик. Не имеет значения. И обратите внимание еще, когда я вот так вот делаю, я еще проводя по краям, еще могу разрядить дальше обстановку. Ну, то же самое и так. И вот опять. Вот, к примеру, мы применили два вида обкладок металлических. И вот это чудо. Попробуем взять, к примеру, вот это. Это тоже у рекламщика взял, но материал другой. То же самое. Так как мы поняли, что фактически, что фольга, что то почти то же самое. Даже фольга лучше. Пробуем. И почти ничего не видим. Зато так, пожалуйста. Видите, как разные материалы ведут себя по-разному. Я придерживаюсь, чтобы оно тут не ерзало. А вот так практически ничего. Хороший материал,
тоже достаточно нормально накапливает, но не совсем. Так, возьмем стекло миллиметровое. Ну, как видите, стекло миллиметровое хорошо дает о себе знать. Тоже работает весело. Но, как видите, в отличие от того материала, не реагирует, когда именно я поднимаю само стекло. А вот тут отлично. Довольно ярко и красиво. Видите, вот тоже есть эффект такой. Это вы все впитываете, впитываете. Я хотел было сперва сделать так, чтобы показывать, демонстрировать и объяснять. Но потом решил, а почему, зачем? Вы сами должны себе объяснить, что же происходит. Я вам показываю максимально, что успею сегодня показать. А вы думаете, что же это было? Видите, каждый материал работает по-своему. Вот тут вообще красиво работает, вот так вот. И смотрите, один удар. Раз. Один удар. Все. Дальше сколько ни бей, ничего. Вот единственное, немножко снять можно. Это миллиметровое стекло. А как поведет себя 3-миллиметровое? Оно немножко меньше, но не в этом главное. И что мы видим? Что за ерунда? Почему не работает? 3 миллиметра стекла. Вот слегка что-то там показывает и все. Правда странно. Смотрите. Раз. Все. Но второй раз изъявило все. Раз. Все. Раз. Опять. Все. Что происходит? Можете сказать? Думаете, ребята, думаете. Это только начало. Это было миллиметр, а это было 3. И видите, что? Какая разница? Так, ладно, еще у меня есть. Большой кусок. Собрал, что тут было под руками. Большой кусок. Смотрим. Ну, это 2 миллиметра. Тот был миллиметровый, это 2 миллиметра. Тут картина то же самое. Все, то же самое. Как было на 3 миллиметрах. На 1 миллиметре было все нормально. Но когда мы делаем вот так, происходит совсем другое. Это странно все.
вот еще момент. Это когда ламинат кладут, вот это вот слой специальный. Что-то ничего. Совсем ничего. А жаль. Хотя вроде материал должен быть работать. Никак. А теперь вот что. Вот это. Это пленка. Очень тонкая. Это то, что китайцы заворачивают посылки внутри. Иногда пупыркой, а иногда вот таким. Значит, я сделал как? 4, 4 и 2 слоя. То есть всего здесь 10 слоев. Кладем. И смотрим. Вот сейчас 8 слоев. Очень тонкого материала, типа полиэтилена или что-то такое. Вот работает. И тоже, видите, плюс, минус, плюс, минус. Поднимаем плюс, опускаем минус. Вот, это у нас было 10. Убираем 4. Поднимаем, опускаем. Так, уже немножко по-другому работа пошла. Почему-то. Да? И почему она пошла по-другому? Из 10 слоев убрал 4. А оно уже как-то странно работает. Вот слегка только так. Делаю 2 слоя. Ничего. Поднимаем вместе. Ну, что-то получается, но слабо. Может, попробуем вот эту. Нет, ничего не хочет. Что же происходит? По идее, чем ближе проводники, тем должна быть емкость больше. Заряд должен быть больше, наверное, да? Нет? Как вы думаете? Ладно, это все хорошо. Теперь следующий вариант мобилизованного балета. Разве это интересно нам так? Думаете, что все, что ли? Нет? Ну, вы поняли, да? Что я кладу две обкладки, между ними какой-то диэлектрик, и происходят какие-то процессы. Почему-то при движении. Я ничего не заряжаю, ничего не делаю, но движение, и, пожалуйста, что-то произошло. А теперь я одеваю браслет. Вот, и вместо верхнего диэлектрика появляются руки. Теперь я есть
кладка. Нет ничего. Как это нет? А это что? Что происходит? Вы не знаете? У нас нету ни конденсатора. Ничего у нас нет. У нас лежит какой-то металлический материал, и между ними какие-то слои какого-то полиэтилена. И что происходит? Вы смотрите за руками, нет? Я соединил браслет к себе. Сейчас подключен один мигомом к плюсу. А внизу у нас минус. Так, а если мы оставим две от 10, все уже липнет. Что это за всплески такие происходят? Не знаете? Я не знаю. Ладно, так. А если мы применим еще раз это? Вот такой вот я проводник или диэлектрик. Как проводник может создавать статическое поле? Вы что-нибудь поняли? А так? А так? Я ничего не делаю, я нигде ничего не касаюсь. Мы имеем только пластину, подключенную минусом к нашему индикатору. И я делаю вот так. Я ничего не касаюсь, кроме плюса сам. Ну что это? Расстояние 20, 30, 40 сантиметров. И у нас происходит чудо. Статика жива. Вы вообще что-нибудь понимаете, что происходит? Да, придется устроить нам разбор полетов. Ладно, дальше идем. Вот у нас одна вкладочка. Вот другая. Так, пока браслет я переключаю на вкладку. Мы возвращаем плюс на вкладку. Браслет я пока снимаю. Точнее, не снимаю, а соединяю. И мы вот что сделаем. Мы положим это сюда. Две обкладки, как бы конденсатора, которые не имеют никакой емкости, получается. Вот одна вкладка, вот другая. Я кладу между. И смотрим, что же у нас происходит. Вот это одна, вот это вторая
одна вторая. Минус, плюс, минус, плюс. Так, держу конец, чтобы не дергалось. Что у меня тут за проводник такой, который статику выбивает? Ладно, это мы рядом вроде как, да, находимся. А если вот так? То есть я поставил диэлектрик, статический диэлектрик. Перпендикулярно пластинам. И что у нас тут светится? Что у нас сверкает? Минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс. Так, так. Статическое электричество гуляет как хочет, где хочет. Не зависит ни от заряда, не разряда. Что с ним не делай, как над ним не измывайся, оно все равно всегда будет вокруг нас. Малейшее движение, малейшее взаимодействие, и если ему некуда стечь, оно собирается до тех пор, пока не сможет на чем-то разрядиться. Вот как данный момент на этих индикаторах. То есть под 150-200 вольт здесь подскочило и разрядилось. Я бы тут еще многое вам чего показал. Просто вижу, что время, конечно, идет. Куча других материалов, куча других обкладок, куча других вариантов. Но оставлю, может быть, на другой раз, если вам будет интересно. Единственное, что еще покажу. Вот опять я подключаю браслет. Убираю пластину, только оставляю вот эту, минус. И смотрим. И... обычная коробка. Это картон. Статике он вроде как бы не подвержен. Что там говорил Александр? Смотрите за руками внимательно, а за индикацией. Смотрите. Оп. Что происходит-то? Вы представляете, что происходит? Нет? Опускаем. И несколько секунд светодиоды постепенно загасают с постоянным разрядом и зарядом. Вот я поднимаю. Моргает. Опускаю. Вы думаете, тут емкость какая-то тоже? Нет. Я ребром ставлю вопрос. Видите, моргает. У меня рука находится в 25 сантиметров. Обычная коробка. Там ничего хитрого нету. Обычная пустая коробка. Еще пару пустых коробок. Тут все пусто. Обычная картонка.
и, наверное, собачонка. А что же происходит такое? Представляете, сколько загадок в статике? Я вам еще раз повторяю. Статика неоднородна. Она разнообразна. Она имеет разные формы. Разные абсолютно возможности. И переходит с одного состояния в другое. По мановению руки. Или коробки. Я понимаю, что вот это вот диэлектрик. Да. Это электростатический накопитель, который я применяю во всех катушках плоских и рекомендовал вам. И он работает правильно. Но эта коробка, она не статическая. Она не накопитель. Но статики почему-то все равно. Как я вам показывал, разные материалы, конечно, по-разному действуют. Вот смотрите, что я делаю. Да, еще вам не показал. Вот. Плюс-минус. 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 Кресло мне вспоминает. Плюс-минус. Плюс-минус. Вот, ребята. Ладно, включаю свет. Отключаюсь от электричества. Вам на сегодня хватит. Думаю, у вас будет о чем подумать, поговорить. Особенно на Новый год. И я надеюсь, что многие, глядя на эту непредсказуемую демонстрацию, уже в мыслях шуршат, как им самим поразвлекаться с таинственной статикой. Ну что же, я думаю, что у многих жизнь уже не станет прежней. Новый год станет новым мировоззрением. И еще, кому это сломало мозг, пишите в комментариях, что вы еще хотите увидеть во взаимодействии подобных энергий. Что сами успели испытать и познать. Если наберется достаточное количество предложений, то будет продолжение подобной демонстрации. Так как я еще много чего вам не показал. Это так, верхушка айсберга. Ну, к тому же, этот девайсик можно еще усовершенствовать и сделать нормально, что даже при нормальном свете это все будет показывать ярко достаточно и со шкалами. Просто надо приложить руки, но, честно говоря, времени очень и так мало. Я еле-еле этот ролик сделал. Так что спасибо за внимание. Хорошо вам встретить Новый год. А я, возможно, к Новому году вам еще маленький сюрпризик приготовлю. Правда, он абсолютно не касается ни вифевой медицины, ни разоблачений. И вообще вы даже не сможете догадаться, о чем это. Это касается кулинарии. Не знаю, смогу ли я, успею ли. Ну, я все-таки решил снять ролик, как я готовлю новогодний оливье. Ну, по крайней мере, как я считаю, ну, можете считать, что я хвастаюсь, то есть ваше дело. Но, по-моему, лучше меня никто его не готовит. И я хочу поделиться своим опытом. Даже в этом. Хотя, честно говоря, я не любитель готовить. Но есть у меня несколько фирменных блюд.
Все, будьте здоровенькие, живите богатым. До свидания.